Рекламная сфера – одна из самых прибыльных отраслей. Но бич всех регионов – это рекламные конструкции, установленные самовольно. К концу 2013 года планируется демонтировать все самовольно установленные рекламные щиты на территории Ленинского района. Какой только рекламы не увидишь вдоль наших дорог. Это хорошо всегда быть в теме «что, где, когда». Только вот устанавливать ее нужно согласно федеральному закону. Который нам четко говорит, что реклама должна быть установлена на, если это муниципальная земля, только на основании договора, заключенного по итогам торгов, и разрешения. Если такового нет, рекламная конструкция подлежит демонтажу. На территории района порядка 400 таких конструкций в настоящий момент, которые часто создают не только экономическую негативную ситуацию для бюджета района, но и часто угрожают жизни и здоровью граждан. До недавнего времени в районе не было согласованной политики в рамках стратегии развития рекламной отрасли. На сегодняшний день произошли значительные изменения. Участники рынка наружной рекламы регулярно платят за установку и эксплуатацию своих конструкций, пополняя бюджет. Бюджет вместо 2 миллионов по году в среднем, такие поступления были последние, примерно 10-15 лет в бюджет района, стал получать 92 миллиона рублей. Упорядоченная реклама – это не только доход, но и благоприятный вид. Порядок. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.